столица Бурятии с каждым годом приветствует все больше гостей. Для комфорта и удобства получения сведений о городе на улицах было установлено и обновлено около 80 информационных стендов, карт и табличек вблизи туристических объектов и памятников. Помимо этого установили урны, скамейки и камеры видеонаблюдения. В городе Улан-Удэ утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие города». В рамках контрольного мероприятия планируется проверить более 200 миллионов бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий под программы развития туризма в городе Улан-Удэ. Туристический центр столицы в своих границах во многом совпадает с историческим и деловым. Здесь организовали красивую подсветку, установили сезонную зону отдыха, и это еще не все. Удивительное художественное произведение украшает фасад гостиницы «Бурятия». Это мурал Зарикто Даржиева, мелодия родной земли «Инь-Ян». Еще в центре появились три произведения искусства. Это волшебной красоты наличник на улице Банзарова, объемная бронзовая карта на гостиных рядах и не только. Например, один из объектов – это композиция «Великий чайный путь» Жикжита Байсхаланова. Художник здесь отразил, как движется караван верблюдов. Но для проверяющих главное не это. Представители контрольно-счетной палаты будут проверять все объекты на соответствие акту приема-передачи. А по итогам отчет будет направлен в Улан-Удэнский городской совет депутатов и мэру. Олеся Цыкина, Сандык Булдаев, Новости дня.